Кто победит в драг-заезде, Макларен Сенна или дрифткар Lexus RCF? Сегодня мы это выясним, устроим заезд на четверть мили с места, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Давайте расскажу об этом Макларене Сенне. Он оснащен 4-литровым твин-турбо V8, мощность 800 лошадей, 800 ньютон-метров момента, задний привод и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями. Снаряженная масса 1,3 тонны. Новая такая модель стоила 750 тысяч фунтов, впрочем, сейчас еще выросла в цене. Где-то 1 200 000. А о том дрифткаре Lexus, пожалуй, расскажет нам его водитель Ахмад Дахам. Ахмад, как сам? Все прекрасно, а у тебя? Да ничего, но я немного обеспокоен. Твоя машина с виду просто дурная. Расскажи, что за зверь такой? Вроде RCF, но над которым знатно поколдовали. О, да-да, это не абы какой дрифткар. На первый взгляд RCF, но на деле от него-то только передние и задние шильдики. Внутрянку этому Lexus RCF полностью поменяли. Мотор 2JZ, 1200 лошадей, 1000 ньютон-метров момента, масса 1250 килограммов. Готов побить твой Макларен. Погоди-ка, стало быть, у тебя больше мощности, больше момента, меньше массы, как-то нечестно. Я-то думал, пригоню Сенну на драг-заезд и победа в кармане, а ты вон на чем. Но, если откровенно, твоя машина не предназначена для езды по прямой, так ведь? Ты ж вроде чемпион Ближнего Востока по дрифту. Да, у тебя есть преимущество, моя машина будет впервые ехать по прямой. Это в новинку для нее, как и для меня, но надеюсь, что мы все с этой задачей сладим. Что ж, Ахмат, расскажи немного о своем опыте. Я занимаюсь автоспортом с 13 лет. Пятикратный чемпион Ближнего Востока по дрифту, рекордсмен Гиннесса по самому долгому парному дрифту, и у меня еще где-то 150 призовых мест за всякое. В общем, наград хватает, надеюсь, сегодня отхватить еще одну. Ну ты это, сильно губу-то не раскатывай. Я, к сведению, одержал 160 побед в драг-заездах Карвау, так что... Да. Опыта у меня столько же, если не сказать поболее твоего, особенно в том, что касается драга. По-моему, хана тебе, чел. Жду не дождусь. Что ж, если вам нравятся такие заезды, обязательно подписывайтесь на нас и включайте уведомления, так вы точно не пропустите новые видео. А у нас скоро еще будет много крутых выпусков. Ну а теперь, традиционный для Карвау саундчек. Поддам оборотов на Сенне, заводим мотор. К моему сожалению, отсечка на 4000, при том, что машина выдает до 7. Ладно, уверен, его машина звучит лучше. Давай, Ахмат, ты уже вот-вот одержишь первую победу в саундчеке, потому что я уверен, что твой дрифткар с мотором 2JZ будет звучать куда лучше этого. Как тебе такое, Мэтт? Ну что я могу сказать? Натуральная канонада? Господи боже! Ладно, давай начнем заезд, потому что неважно, что твоя машина сейчас звучит громче, потом громче всех буду я, когда пересеку финишную черту первым, понятно? Ну скоро проверим. Ладно, подготовимся к заезду. Так, Ахмат надел свой шлем, прогрел резину, все серьезно. Ну а я тут тупо сижу. Ладно, нормально, это же Сенна победит. 3, 2, 1. Стартовал первым, просто уделал его. Давай, Сенна! Одна победа за дорожным авто. Что такое, Ахмат? Кажется, я довольно-таки сильно вышел вперед. Да, я-то подумал, что мы стартуем, когда он опустит руки, но ты поехал раньше. Я не сообразил, что нужно так. Звучит, словно какая-то отмазка. Ладно, дадим ему поплашку. Все ж первый раз, ну, человек ехал по прямой. 3, 2, 1. О, сейчас держимся поближе. Давай, Сенна!
повело! Давай! Ну что, Ахмат, что сейчас было? Ой, слушай, буксовал всю дорогу с первой по четвертую. Хочешь съездить еще раз? Да, разумеется. Еще разик, может даже два. Хорошо, у тебя резина будет прогреваться все лучше, я поступлю по-джентльменски и дам тебе еще одну попытку. Интересно, а что это они там делают? Решили проверить машину, он там что-то крутит, хочет немного поменять настройки, отрегулировать буст. Ахмат, как дела? Он что там, решил поработать, забыл отправить налоговую декларацию или чем он там занимается? Давай, Сена, зацеп! Я опять пошел в отрыв, моя машина быстрее! Трогает твоя машина уж очень шустро! Да, зацеп у моего авто хорош. А твоя машина предназначена под занос, не зацеп. Моя считает, что гоночный автомобиль для обычных дорог, так что шансов на победу у тебя не было. Увы, я победил. Ой, кстати, я же обещал как следует пошуметь, да? Извините. Хотя в конце я тебя догонял. Давай, может, еще последний разок, потом гонку сходу. Или, может, хорош, больше не будем, если признаем, что лучше ты уже не проедешь, и сразу перейдем к гонке сходу. Давай еще разок, и потом сходу. Хочет еще раз, мазохисты такие. Ахмаду дозаправили авто, и он решил воспользоваться этим, чтобы еще немножечко что-то там подкрутить через ноутбук. Или, может, в соцсети листает. Кстати, ссылка на его страничку в соцсетях есть в описании видео. Пока суд додела, большое спасибо Red Bull за помощь в организации этого заезда. Спасибо, Red Bull. Ладно, Ахмат, последний заезд, больше попыток не будет. Никаких отмазок, это наш последний драг-заезд. Удачи. Она тебе понадобится. Чего? Чего так плохо-то стартует? Да все, наверстал! Вот слушай, поначалу мой авто застопорился, и я уж было подумал, хана мне, но, к счастью, разошелся и сделал твой дрифткар. Тебе было сложнее сладить со всей мощью. Проверим, может, в гонке сходу будет получше. Но сперва подведем итог. Итак, каковы же результаты? Победил Макларен, проехав четверть мили с места за 10,7 секунды. Лексус проехал за 11,2. Теперь погоняемся сходу, со второй передачи 50 км в час. Кто первый пройдет конус, тот и победитель. Тут он может взять верх. Возможно, придется мне поутихнуть, но все равно была не была. Давай! Не, куда быстрее. Мэтт, как оказалось, гудков мне не слышно. Ладно, давай тогда наглядно. Приготовились? 3, 2, 1, пошел. О, вот сейчас близко. Давай. Давай, Сена. О, господи! Oh,
неужто все в порядке? Ну, относительно. Воу, тормоза завяли. Отказали тормоза? Да, потому что ездили много раз подряд. Ага. Они на это не рассчитаны. Нормально все, порядок. Все нормально? Да, надо только сполоснуть. А сейчас держались близко? Очень близко. Очень-очень близко. Прямо до самого финала не хватило зацепа. Да. Вот и вся причина. Очень близко. Да, думаю, дело в зацепе. А знаешь, что у нас дальше? А что? Проверка торможения. И мне кажется, ее ты уже проиграл. Да. Надо дать им остыть. Хорошо. Определенно. Пускай остынут, а машина в порядке? А да-да, все готово. Это было что-то с чем-то. Я такой... Знаешь, что я подумал? Тормозил чисто на ручнике. А знаешь, я подумал, что Ахмат решил повыделываться и дрифтануть на финише. Не-не, я такой, как же остановиться? Стоп! Ждем, пока остынут тормоза. Да. Проверим машину. Ага. А потом поедем дальше. Интересно получилось. Тормоза сена, кстати, в полном порядке. Ахмат наладил свою машину, тормоза остыли, можно устроить проверку торможения со 160. Не знаю, что будет, но ладно. Если хотите посмотреть другой заезд с машиной Red Bull, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Не хотите, смотрите проверку торможения. Была не была. Отлично, приготовились, вот и черта. Давай! АБС зарешал! Я только что сообразил, что у тебя гоночная машина и АБС-ки нет, так ведь? Увы, нет ни АБС-ки, ни кондея. В общем, во всех испытаниях итог был неизменно в мою пользу. Кроме саундчека. Кроме саундчека, все верно, ты победил в первом испытании проверки звучания. Ну, если бы мы наваливали боком, ты бы определенно меня сделал. Ладно, Ахмат, слушай, спасибо тебе большое за участие, просто огонь. Машина у тебя что-то с чем-то, рад, что все обошлось, несмотря на то, что ты вылетел с полосы. Спасибо, Мэтт, спасибо всем ребяткам из Карвео. Хотел попробовать года два, не меньше устроить. Трак-заезд на дрифткаре мне очень понравилось. Надеюсь, что и для вас все прошло замечательно. Вновь, ребят, спасибо вам большое. Что ж, большое спасибо Ахмаду Дахаму за то, что он подурачился с нами сегодня на своем дрифткаре Lexus RCF Red Bull. И рад, что к концу заезда он еще более-менее целый. Обязательно заглядывайте на его страничку в соцсетях, ссылочка в описании. Ну а теперь посмотрим, как Ахмад мастерски дрифтует. Для чего и предназначена его машина. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть что-нибудь еще, либо на значок по центру, чтобы перейти на наш канал.